Воронеже колонна бессмертного полка потрясла своей массовостью. Непрерывным потоком 1,5 часа люди шли от главного корпуса ВГУ по проспекту Революции к площади Победы с портретами своих родственников-фронтовиков. Во всероссийской памятной акции Воронеж участвовал второй год. Если в 2014-м собралось около 500 человек, то на этот раз установлен рекорд – более 25 тысяч. Когда началась война, моему деду было 22 года. Сержант Потапов Андрей Максимович был командиром миномета 12-го минометного полка 189-й отдельной минометной бригады. Он воевал в Чехословакии, Севастополе, Польше. В 1944 году был тяжело ранен на Южном фронте, но дошел до Берлина. Награжден медалью «За боевые заслуги», медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», двумя орденами «Красной звезды». Горжусь, помню. И память о подвиге деда передам своим детям. Пока жива память, жив народ. Услышь меня из глубины времен, ты мой родной, мой легендарный прадед, и с высоты на мир спасенный глядя, найди себя среди других имен. Я с гордостью встаю в бессмертный полк, ведь память о тебе для сердца свята, и помнить подвиг каждого солдата для правнуков победы высший долг. Зрители встречали полк аплодисментами и словами «спасибо», адресованными нашим дедам и прадедам, не вернувшимся с войны. Грандиозная акция доказала, что память сильнее времени, и она начала к нам возвращаться. Спасибо! Спасибо! У меня в руках портрет моего родного дедушки, который погиб в год Второй мировой войны. Мы единственное, что знаем о нем, что он был связистом, и последние сражения были в Подмосковье. А если посмотреть на дату рождения, то он родился в конце 19 века и был участником и гражданской Первой мировой войны в 1914 году. Но несмотря на то, что он был уже возрастным молодым человеком, он не усидел в годы Второй мировой войны, ушел сражаться. Мы очень гордимся, и 9 мая у нас всегда и радостный праздник, и всегда со слезами на глазах. Почему? Потому что очень хотелось бы, чтобы он жил вместе с нами вот в такой вот замечательной, радостной России. И вы с верой в будущее, вместе со мной, мой внук уже, и у нас еще портреты... Присоединяйся, пожалуйста, наших, мои дяди, родной и двоюродной. ФССА Ивановна Федоровна – это моя бабушка. Она ушла в войну в 41-м году, когда ей было всего лишь 17 лет. Она прошла всю войну, дошла до Польши, вернулась назад на родину живая, невредимая. И рассказывала не так много историй, возможно, как хотелось, потому что те, которые она рассказывала, они были до того жестокие и такие, что понятно, почему они не рассказывают нам про войну. Это наш дедушка Лисицкий Иван Антонович, который прошел всю войну, дошел до самого Берлина, так как там уже части военные соединились вместе, по-моему, с Белорусским фронтом, которым командовал Жуков Георгий Константинович, маршал. За боевую отвагу нашему дедушке Жуков Георгий Константинович подарил свои командирские часы, которыми дедушка очень гордился. Мои деды – Комаров Михаил Сергеевич и Коновалов Алексей Иванович. Михаил Сергеевич родился в 19 году, воевал на Юго-Западном фронте танкистом. Получил два ордена Отечественной войны, первой и второй степени, медаль за боевые заслуги. Значит, был механиком в танке, и медаль он получил за то, что преградил своей
своим танком путь немецким бронемашинам и танкам, и, как там написано было, задавил гусеницами семерых немецких солдат. А Алексей Иванович родился в 17 году, и он воевал на Воронежском фронте. В 42-м году командовал артиллерийской батареей и был замполит роты. Был в 43-м году сильно ранен в правую руку и был, как сказать, демобилизован. Я горжусь своими дедами, мы их помним. Спасибо им за победу. Кто это вот на фотографии? Это мой прадедушка Всеволод Филиппыч. Он был танкистом, механик-водитель. Он был на танке и дошел до Берлина. Бабушка Горбатова Мария Федотовна участвовала в 206-й стрелковой дивизии. А дедушка, к сожалению, был ранен в начале войны, но также является ветераном. Мы очень благодарны им, конечно же, и очень рады победе. Как вам такая акция, как «Бессмертный полк»? Но в том году мы не участвовали, а в этом году у нас еще дедушка живой, ему 98 лет, поэтому мы решили его поддержать, он был рад очень этому. Мы очень удивлены, что такое большое количество людей пришли на праздник еще в такое утреннее время, когда хочется поспать, первый выходной день. И, не знаю, мне кажется, это очень грандиозное было шествие. Всех воронежцев хочу поздравить с Днем Победы, пожелать всем здоровья. Мы пришли на этот праздник вместе со всеми встретить это торжество. У нас здесь на празднике, вот я, дочь Воронина Федор Семенович, был призван на войну в 44-м году. Дошел до Берлина, вот, и прожил до 87 лет. Вот 2 года, как мы его похоронили. Это вот внучка, а это вот уже правнучка. И вот мы всеми вместе пришли на этот праздник почтить память погибших и чтить тех, кто еще дожил до наших дней. Спасибо большое. Благодарность ветеранам. Боль за тех, кто отдал жизнь и не вернулся с поля боя. Гордость за страну и ее жителей. Очень сложно передать простыми словами те чувства, которые испытываешь, идя в колонии бессмертного полка. Смотришь на фотографии фронтовиков, вглядываешься в молодые лица, и ком подступает к горлу. Они отстояли нашу родину. Вот так же, плечо к плечу, ни шагу назад. Чтобы мы сегодня радовались майскому солнцу и мирному голубому небу над головой. Будешь жить веками, бессмертный полк, победы наши планы.